Не знаю, не, я не в соседней комнате, это точно. Давай, давай вернемся ненадолго к гормональной теме. У меня вопросик назрел. Так, давай. Назрел вопрос. Даже она, наверное, не гормональная, а такая, как к парню вопрос. Я думаю, наверняка волнует многих девочек. А где знакомиться с парнями? Вот твое мужской взгляд на этот вопрос. Где знакомиться с парнями? Отвечали, я фокус покажу. Да. Ну, я на самом деле вообще мало знаю девушек, которые прям знакомятся с парнями. А еще больше... Вадим! Ну, не в прямом смысле, а типа... Где познакомиться, места, где знакомиться. Не типа девушку послать, такая, здрасте, меня зовут. Познакомиться. Так, мы, смотри, тут на самом деле... Да. Все будет в ванной, может быть, будет лучше связь. Можно попробовать, кстати, эту всю тему. Провернуть. Я могу выйти из ванны и посмотреть, лучше ли у меня будет связь, товарищи ведущие? Попробуй. Так, хорошо. Давай тогда еще раз зайдешь. Не, я просто выйду и посмотрю. Ну хорошо, давай. Ну давайте, так. Ты только покажи нам, как выходит. Господи, боже мой. Меня видно? Ты пухнула. Нет. Я же пригласила сначала прерывать. Так, ну что, сейчас как? Нет, мы ее подогреваем периодически. Нормально? Идеально просто. Надо было сразу выходить. Не, серьезно? Да. Отвечайте. Это лучшее видеосвязь. А можешь на балкон выйти? Ну, таким макаром... Вернись нахрен в ванную. А? Сейчас гораздо лучше. Никак. О, господи, боже мой. Если так, слушать, ну, прерывками, да. Мы как будто с имбецилом разговариваем с каким-то. Да вообще хоть как это слушать. Так, ну что сейчас? Ванну, Вадим, умоляю. Ныряй в ванну. Ну, ладно. Как он вообще директор зала с таким интернетом? Это телефонный интернет. Я дома не пользуюсь интернетом. Да? Во время карантина не актуально как-то. Ты же книжки читаешь, да, наверное? Да, я работаю во время карантина. А, вы думаете, то есть он не перезагружен? Молодец. Куда ты лёг опять? А, он в ванну вернулся. Ему там потекли. Почему у нас вода позеленела? У вас что-то с водой. Надо почистить. У нас пиджаки полиняли, что ли? У нас пиджаки полиняли. Вода какая-то странная. Вот тебе итальянские пиджаки. Балман, ой, балман. Посмотри, что он сделал. Меня же не видно, тут же все в пикселе. Давай музыку. Он пытается хоть как-то спасти ситуацию. А? В пикселе ничего не видно. Интернет говно. Нет, у нас сегодня Вадим, терпите. Это эфир. Тест-драйв ваших нервных клеток. Так цикл, она бы красная была, если бы у нас цикл был. Господи, я потом зайду, посмотрю, что там было вообще за пиксели. Это же какая-то жесть, наверное, да? Отправь тебе. Ты охренеешь. Как ты посмотришь, у тебя интернет не работает? Давайте перенесем эфир, когда я сделаю. Я бы как целью на лебедь могу. Мы сидели с рукавом запускать. Я его несу. Че? А вы сами? Перенесем. А? Перенесем вторую серию. Перенесем куда? В Альпы?
Когда Wi-Fi подключат. Кстати, вот на днях должно прям. А у тебя теоретически это возможно, у тебя Wi-Fi подключить? Ну да, да. Ну, дом новый, но тем не менее. На самом деле, увидимся во время следующей эпидемии. На самом деле, я уже заказал мастера, чтобы он приехал ко мне с Wi-Fi роутером и все провел. Вот, на меня повлияло... Сегодня? И затворничество, вот. До он этого сегодня должен подъехать? Нет, завтра. Завтра в 6 вечера. У него там своя вечеринка. Ну завтра поздно, он должен был приехать вчера. Ты знала об эфире вчера. Никому уже это не интересно. Да. Давай лучше поныряем. Давай. Нет, все, я все силы израсходовал. Дай нам шанс. Почему? Ну дай. Ну что ты, ну, слабо. Ты все силы израсходовал? А сколько ты по времени сексом занимаешься? Ну что, всего на раз силы? Да, да, очень мало. Очень а по длине? Ну, в смысле... Очень мало. Угу. На раз. Мы это поняли. Но да, сейчас, у нас-то подъедет сейчас мастер. Сейчас до завтра посидим. Хорошо мастер, тебе, да? Все, блин. А? Да мне холодно, блин. Вода уже остыла, надо надевать новую. Давай наворачивайся, я тебе спинку потру. А? Где этот парик? Поворачивайся, давай. Спинку потру тебе. Давай. Молодец, все. Должен быть. Спасибо. Так, ну что, еще Вадим, большое спасибо за очень продуктивный эфир. Да нет, ты ответила исчерпывающе на все наши вопросы. Мы просто даже дополнительно... Нечего добавить. Mm-hmm. Нечего добавить. Я все еще один большой квадрат. Не-не, ты прекрасен. Два больших черных квадрата. О, Господи. Так, ну что? Ну, похож на алкаша какого-то, посмотри. Нос такой. Да все, что? Квадратный. Вадим, мы думали, вы уже отключились. Ты просто молчишь, ничего не говоришь. Мы думали, все, зависло, и тебя нет. Ну, просто я очень благодарна вам. Прием. Да-да-да. Да-да-да. Ну, хоть как-то разнообразим этот эфир. Более теплую. Спасибо, Вадим, с вами было великолепно. Еще раз согласились. Он тоже надеется. Ой, он нас... Он нам всю нижнюю часть экрана. Блин, что это было? Это просто... Такого мы от Вадика, конечно, порыва не ожидали. Да, и всякого. Накал страстей. Нам просто звонят сейчас. И поэтому музыка прервалась. Ну и вот надо было нам звонить, когда ты нам нужен был. Кто звонил? Да кто-то. Ну, продолжаем дискотеку. Вот так вот и вызывайте именитых актеров. Сорвал нам все, рада. Вообще просто все сорвал. Ну столько мы вопросов подготовили. Он сказал, что он пошел кушать вкусный хапчик. Всем. Давайте с вами хоть потрындим. Гармонист вас тут жизни учит. Пока у нас ручки еще не до конца сопрели, у нас полиняли немного пиджаки. Давайте. Наш первый опыт. Подождите, блин, не могу. О, это капец, конечно. Вопрос, что это было? Это вообще не понимаю. В шоке, если честно. Мне понравилось, как он придумал конкурс. Давайте полиняли.
Слушай, надо было, такая гениальная идея. В смысле, а что, вы ванну не умеете набирать или пиджаки не носите? И мы не понимаем, в чем вопрос. Нет, пиджаки полиняли. Реально, зеленый. Болван. Это надо отдельным эфиром. У нас 10 минут осталось. Леха-то надолго сюда залетит. У Лехи-то нормальный интернет. Типа, а просто... сейчас все приготовились. И в танец, быстро! Пятница, блин, должны танцевать. И... Я думала, сейчас будет пошел паптит. Так мы просто делаем, что хотим. Да, да, да. Третий день мы... Шампанское. Мы еще не придумали, с кем эфир. Короче, на самом деле, с Лехой мы тоже пойдем в эфир. Просто Вадик залетел дверь с ноги, можно сказать, к нам. И поддержал эту идею, даванул авторитетом, он же типа директор, и поэтому он... Был надо первый. Было лучше со хозяином выходить. Женя бы нас загасил. Быстро. Кто-то бы нас загасил. Женя слишком сильный соперник. Ну, он, наконец, достойный-то интересный. А то что эти два черных квадрата провисели? На соленого Водонаева вдохновила. Как вы думаете, наши пиджаки сядут в размерах, если уже не полиняли? Рубашка полиняла? Эту рубашку стояла у тебя сись сейчас везде. Эту рубашку мы в Таиланде говорили в стирочной, и поэтому все. Наташа, ты на девку-то похож. А если в кипятке, то что? А если нет, то что? Мы сидим уже тут час. Как вы думаете, кипяток подогревали в течение эфира, как могли? Мне кажется, оно теплее стало. Я старалась. Потому что, вы знаете, с таким оппонентом невозможно не отписаться от смеха. Горяченький был эфир, знаете ли. Ореолу прикрываем, Ален. Просто наливали час эту 300-литровую бассейн воды. Как бы у нас тут ванная на шестерых. Пока ее наберешь, она два раза остывает. А в итоге могли бы просто по пояс сюда сесть и сказать, что мы в воде. Он бы не понял. Да, он бы вообще ничего не понял. Даже если бы мы вышли с ним в эфир. Давайте нам какие-нибудь прекрасные идеи. Я огорчена. Ну да, мы ожидали от Вадика большего. Мы прям думали, все будет просто разрывяло. Нам пора вводить эту батл, кто выйдет в эфир с нами и нас перебит, пересмеет, там, я не знаю. Потому что он, вы не представляете, что он нам в директе писал, что выйдет. А в итоге он нас загрузил терминами, короче, и утонул на минуту. Чтобы под водой просидел, короче, то бы посмешнее было. Как бы кальянщики позвать, а? Чего? Ну, угольки нам спихнуть. Хотя прикрою подругу. Давно. Час. Я, конечно, постараюсь что-то нарезать из этого смешного. Для ленты. Знаете, быстрый, может он за минуту так вас уделает, что мама дорогая. Так что давайте, пока не пробовали, заявление не делайте. Можно полчаса копыжиться и толку не добиться. А можно Вадик за минуту, как достанет, блин, гидрант пожарный. Через минуту сами заберитесь.
Да, гармонист, конечно, судя. Где-то он нам тут какие-то советы давал. Где они? Ну, они продолжили. Вот они, они утонули. Советы девочки он нам тут давал. По питанию, по... Ну, короче, его... Короче, советы, настолько мы... дельные, что мы не подотрём. Где моя шмотка? Терка, блядь. Я никогда не забуду, давайте поныряем. Давайте поныряем. Говорит. Блин, ребят, все хотят, Вадик тоже хотел прямой с нами. Включили, лучше бы не включали, знаете. Вы же понимаете, что тут надо как бы... Я думаю, что если он... завтра скажут, что ему подключили Wi-Fi, наверное, все-таки капиталина с ним таким... Погадают ему. На час эфир идет, час. Через 6 минут он закончится. Кстати, ему бы погадать. Да. Он грязный. А что, что его не почистила, пока он в ванной сидел? Была возможность, конечно. Сейчас щетка с тобой расклеится. Короче, мы, наверное, как сделаем проверенную схемку, чтобы от нас все зависело. Да, было да. Точно смешно. Мы поняли, гадать, что больше рассчитывать нам не на кого. И будем брать в эфир людей проверенных. Из эфира. Кто идет осознанно. Давайте поговорим. О, давайте мы задерживаем дыхание. Думал, молодец. Галстук жмёт уже. Чё, вы хотите эфир с Вариком? А давайте, да. И там поныряем. Ну, зачем? С дыханием. Вот это идея. Вы еще с нами? Мы просто когда мы зашли, было 100 с лишним человек. Когда нашел Вадик, было почти 200. Почти 200 человек. И вот мы все тоже. Нашел своим писарем всех разогнал. Всех разогнал. А вода все темнее и темнее. Это все его чакры. Это само тело поприняло. Да, она тут не первый раз так. Ой, хорошо-то как! Вдвоем! Вдвоем лучше! Лучше бы мы с утками поговорили, блин. Они и то веселее. Она позеленела, Лёх. Это... Пиджаки поменяли. Можно я Ничего, что это рубашка короля льва, я сейчас как сниму, она знает чего, да?